думаешь, будем работать вместе, в одиночку его не одолеть? Да. Осторожно, не задень паутину! Не делай ему больно. Не сделаю. Я разнесу его на кусочки. Не останется и нерва, чтобы чувствовать боль. Оставь, приятель. Покончим с ним и точка. Сергей, отпусти его. Я доктор Мария Кроуфорд. Это создание мой друг. Ему нужна помощь. Простите, жаль, что у вас такие друзья. Стойте. Я знаю, что вы боретесь с преступниками, чтобы отомстить за утрату семьи. Сообщение об этом было по телевизору. Разве вы не знаете, месть не поможет вернуть семью? Этот человек болен. Он заключен в теле этой твари. Он жертва, как ваша жена и двое детей. Здесь только одно чудовище. Это вы. Приказывайте. Я должна ввести сыворотку. Вы с Сергеем попытаетесь удержать его. Скорее, Мария, скорее! Так. Готово. Снимите плащ. Накройте его лицо. Что? Он неспроста носит маску, поэтому нужно считаться с ним. О, ну вот, надень это. Я ее нашел, думал оставить на память. Спокойно, паук. Мы твои друзья. Этот человек помог спасти тебя. Я словно очнулся от кошмара. Браво, моя Калипсо. Ты одержала победу. Калипсо? В мифологии Калипсо – богиня, вернувшая Одиссея к жизни. Стало быть, вы и моя Калипсо. Пусть отдохнет. После я помогу перенести его. Постой! Если тебя интересует, паук не похищал людей. Вот как? Ха-ха. Гараж торгового центра. Как ты догадался? По гравию на паутине. Он все еще пахнет порохом от бомбы, взорвавшейся много лет назад. Умно.